Когда работа может быть утомительной? Предполагаемый ответ – когда из-за нее ты чувствуешь усталость. Нет, правильный ответ такой. Работа утомляет, когда я вижу, что все вокруг меня работают меньше меня. Ты можешь увидеть такого работника в своем офисе. Он сидит в комфорте, под кондиционером, время от времени просит принести ему чай. Но стоит ему заметить, как кто-то из его коллег работает меньше него, ты увидишь, что он чувствует досаду и начинает ощущать психологическую усталость. Хотя на самом деле он не устал. Поэтому я постараюсь облегчить тебе усталость от работы. Я покажу тебе настоящую усталость, чтобы твоя работа показалась тебе простой. Этот юноша — уличный торговец в Камбодже. Весь день он работает. В день он работает по 8 часов. Все время на ногах. И какая же у него выручка? 20 тысяч камбоджийских риелей. Это $5. $5. В день он зарабатывает всего $5. Да, примерно. Это в столице, которая, по идее, должна находиться в лучшем положении, чем отдаленные деревни. Когда же мы поехали в те дальние деревни? Когда жители этих бедных стран решают сходить в парикмахерскую, куда они идут? Прошу, посмотри на это вместе со мной. Вот этот человек бреет ему голову в помещении, похожем на хижину. Приборы грязные, высока вероятность заражения. Кроме того, к этому парикмахеру в день приходит всего около 3 человек. 2-3 человека, не больше. Но он продолжает пребывать в таком положении и работать. Таков его удел. Затем мы обнаружили там заправочную станцию, автозаправку. Посмотри на нее. Это его заправка? Да. И он заправляет все машины. Да, все машины и мотоциклы. Когда мы осматривали его станцию, пришел клиент. Кто это был, как вы думаете? Беременная женщина на 9-м месяце. Странно не это, а то, что она управляла мотоциклом. Клянусь Аллахом, удивительная страна. А эти строители возводят дом в Сомали. И там очень редко строят подобные дома. Рабочих много. Спрос больше, чем предложение. Каждый из них хочет получить хоть сколько-нибудь за свою работу. Ты можешь сказать мне, и что в этом странного? Это все естественно. Неестественно то, что в строительстве участвуют пожилые женщины в возрасте от 50 до 60 лет. С каких это пор старые женщины занимаются строительством домов? Вы думаете, они сами этого захотели? Их заставила нужда. И так как ее телосложение недостаточно сильно для того, чтобы переносить тяжести и трудиться в этой сфере, бедная женщина вынуждена привязывать к ногам толстые пакеты, чтобы все-таки выполнить свою работу. Заклинаю вас, ответьте, что должен чувствовать сын, который видит, как его мать так работает? Вопрос моим уважаемым сестрам. Ради того, чтобы получить $50 в день, готовы ли вы идти пешком 2 часа по пустыне в одну сторону, там получить деньги и идти обратно еще 2 часа? Субханаллах, возможно, некоторые мужчины не захотели бы этого сделать, но эти бедные люди проделывают такое ежедневно, но ради не $50, а ради половины доллара. Они продают молоко и яйца. Кто-то может сказать, да, действительно, $0.5 — это мало, но у них же дешевая жизнь. Это неправда. Я был там. У них не дешевая жизнь. Да, она недорогая, но также и не дешевая. Еда и питье у них стоят недешево. Это не дешевизна, это бедность. Позвольте мне вернуться в Камбоджу. Один раз нам нужно было переплыть реку, чтобы попасть в деревню, располагающуюся на другом берегу. И мы увидели 50-летнюю мусульманку, которая целый день работает на этой дряхлой деревянной лодке. Она тратит свои силы, ворочая веслами, и перевозит людей с одного берега на другой. Таким образом, она работает примерно 9 часов в день, и просто для того, чтобы заработать себе дневное пропитание. Вы хотите увидеть настоящую усталость в работе? Мы нашли 10-летнюю девочку, которая выполняла в точности ту же работу, что и та пожилая женщина. Девочка, ей 10 лет. Она выполняет эту работу, перевозит пассажиров с одного места на другое, с утреннего и до вечернего намаза. Она работает больше 10 часов в день.
И сколько же она получает в день? Доллар или меньше? Еще более удивительно то, что она не начала работать в 10 лет, она работает с 8 лет. Я думал, что она еще не познала вкуса учебы. Но нет, из-за своей работы она перешла в вечернюю школу, где и учится, а днем она работает. Если на этой реке так устают женщины, как дела обстоят с мужчинами? Этому мужчине 58 лет. Посмотри, сколько ему нужно времени, чтобы начать работать. Почему он сейчас сидит? Он готовится, моет тут все. С асра готовится? А работать начинает ночью? Ночью, сразу же после айша намаза. С айша и до фаджра? Когда он спит? Днем, после фаджра спит. За все эти труды сколько он получает в день? $2 или чуть больше. $2.5. Я думаю, что твоя работа совсем не утомительна, если сравнить ее с той тяжелой жизнью, которую ведут все эти люди. Эти людские страдания также сочетаются с замечательными историями успеха. Мы поехали в Танзанию и увидели удивительную историю группы пожилых женщин, которые собираются вместе, чтобы учить Коран. Они хотели, чтобы им открыли центр по изучению Корана. Тогда мы организовали для них простой, небольшой бизнес-проект. Им был нужен первоначальный капитал в размере около 200 евро. Это был проект по продаже мыла. Как вы сейчас видите, происходит довольно простой процесс изготовления мыла. Они подготовили для этого все нужные ингредиенты. Люди разбирают это мыло, потому что оно дешевле, чем импортное, которое продается на рынках и в других местах. Они подменяют друг друга. Женщины подходят одна за другой, перемешивая эту субстанцию, чтобы в результате она обрела свой окончательный вид. Знаешь ли ты, сколько они заработали? 12 миллионов танзанийских шиллингов. Наполовину этой суммы они купили большой участок земли в оживленном месте, рядом с мечетью, а другую половину оставили на строительство. Субханаллах, вот эта земля! Они смогли купить всю эту землю. Вон до туда. От того далекого здания и до этого дерева. Все это они купили за мыло. Уважаемый брат, уважаемая сестра, какой бы утомительной тебе ни казалась твоя работа, ты находишься в гораздо лучшем положении, чем те люди. Да, стремись к чему-то большему, работай и старайся добиться лучшего из того, что ты можешь, но прошу тебя, в конечном итоге добивайся довольства своего Господа, ведь клянусь Аллахом, после того путешествия, когда я увидел все своими глазами, я понял, что Всевышний Аллах оказал нам в нашей стране много почестей и милостей, но мы не чувствуем истинную сущность того, чем владеем. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Кто будет доволен, тот получит довольство Аллаха, а кто будет гневаться, на того падет гнев Аллаха. Я прошу Аллаха быть довольным нами. О Аллах, будь нами доволен. Доведи до нас твою милость. О Аллах, предпиши нам счастье, после которого не будет бед. О Аллах, даруй нам наслаждение взглянуть на твой благородный лик. О Аллах, собери всех нас в высшем фирдаусе. О Аллах, воскреси нас вместе с твоим пророком, да благословит его Аллах и приветствует, и сделай нашу встречу в высшем фирдаусе. Аминь, о Аллах. И хвала Аллаху, Господу миров».